Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Солид, и на сегодняшнем обзоре у нас вот такой редкий экспонат. Это суточный паёк польской полиции. Здесь, видите, такой специальный значок. Завод-производитель Арпл, каждый год меня удивляет новинками, срок годности до 25 года. По весу примерно почти 2 килограмма, по калориям не написано, сколько здесь. Да и мы знать не надо, собственно, правильно. По поводу упаковки. Для суточного пайка достаточно компактно, что для европейцев непривычно. По качеству очень даже надежно. Собственно, как всегда, ее хрен разорвешь. Из минусов, ну, это традиционная естественность. Вот такая наклейка, которая почти во всех их пайках. Она вот так легко отдирается и практически уже нечитабельна. Вот еще чуть-чуть и все. Хотя какой смысл читать, если даже калории не написано. Так, теперь переходим к вскрытию. Единственное, что меня смущает, это вот этот звук. Слышите? Давайте смотреть. Оп. Просто вот так. Оп. Пшеничка. Ну, мое. Вот. Вот как должен выглядеть паёк, по мнению поляков. Сплошная урода. Кучу всяческой потравы. Это я польский учу. Давайте обсудим структурку. Она тут очень странная. Ну, например, всего-навсего два основных блюда. Мне это непривычно. Но зато каких? Во-первых, основное блюдо очень интересное. Это рис вот с такой подливой. И это два разных как будто бы блюда. Видите, они друг от друга отделены. И скоро соединимся, друзья. И второе блюдо находится уже в привычной для нас вот такой консервной банке. 400 грамм, а это уже непривычно. Разогревать эти блюда поляки нам предлагают вот в таких беспламенных, огромных разогревателях. Причем они, как вы наблюдаете, разных размеров. К ним в комплект идут, естественно, это они любят, вода. Специальная, техническая, которую ни в коем случае не употреблять нельзя. По поводу остальных мелочевок, коли они там все за здоровый образ жизни, то это, естественно, вот такие спортивные хлебцы. Видели когда-нибудь вот эти задницы фитоняш? Вот они их и едят. Мне это не поможет. Для меня здесь есть вот такой более привычный вариантик. Черный ржаной хлеб. Первый раз такой вижу, это у них новинка. Из вкусняшек здесь паштет, мед, джем, шоколад, пакетик со всяческой мелочевкой, два напитка, кофе и самое интересное, это столовые приборы, которые заботливо разложены вот в таких пакетиках. Есть один тонкий момент. Вот я ее не вскрывал. Здесь уже она сломана. Понимаете, о чем идет речь? Они ни к чему не приспособлены. Когда они уже научатся делать так же, как мы, то есть складировать всю пищу в одну большую картонную упаковку. Вот что они этим занимаются? А вот ложку кто защищать будет? Смотри, во, видишь, она говно. Но зато смотрите, какие салфетки. Огромные. Можно легко сдаваться. В общем и целом, они молодцы. Ничего лишнего-то здесь нет. Даже сахара здесь нет. Все. Ребят, если помните, то в прошлом году я вам рассказывал про паёк польского диверсанта. Он меня прям удивил. Было очень круто, но могло быть гораздо лучше, если бы я взял с собой посуду от компании Miku. Я уже как-то рассказывал о ней в одном из прошлых роликов. Ведь Miku делают посуду из специального сплава, в которой можно готовить прямо в микроволновке. Всего 2 минуты и еда готова. Благодаря такому быстрому нагреву ваше блюдо не потеряет ни капли влаги и останется не только полезным, но и вкусным. Еще Miku выпускает очень качественные термосы, термокружки и термосы для еды. Например, такой термос для напитков на 1900 мл. Он сделан из пищевой нержавеющей стали и сохранит тепло аж до 24 часов, что очень круто. Ну а если вам нужно что-то более повседневное и компактное, то вам подойдет такая вот термокружка на 480 мл. Да не простая, ведь у нее есть встроенный френч пресс, поэтому вы можете спокойно заваривать чай и не опасаться надоедливого осадка. А вот еще один термос, но уже для еды, на 1500 мл. Он сохранит еду горячей до 8 часов, а подходит совершенно для всего. Хоть суп в него наливайте. А наливать придется много, ведь такого объема хватит на целый день. И для первого, и для второго. Крышку можно использовать как глубокую тарелочку, а еще под этой крышкой держится вот такая вот складная ложка. Удобно. Так что всем любителям горяченького рекомендую посуду от Miku. Переходите по ссылке на их официальный магазин на Озоне,
там как раз большие скидки в честь грядущих праздников. Выбирайте посуду от Мику для себя или в подарок близким. Ребят, у нас потери. Но от меня не скрыться. Иди сюда. О. Совсем забыл. На самом дне лежало вот такое. Это галеты, которые называются Су-1. Когда по малой, но один. И я уже не могу терпеть. Давайте начинать с завтрака. Пока мы там готовим завтрак, расскажу интересные факты о польской полиции. Итак, на 100 тысяч жителей насчитывается 259 полицейских. А во всей стране служат примерно 100 тысяч человек. Почти каждый третий из них имеет высшее образование. И абсолютно каждый после обучения обязан пройти 3 года службы на улице. Насчет зарплат. Обычный рядовой полицейский получает 3500 злотых чистыми. Это примерно 80 тысяч рублей. Детектив же получает уже 4400 злотых. Это примерно 102 500. Много это или мало, можно оценить по стоимости продуктов питания. Например, 12 штук яиц в Польше стоит около 175 рублей. Хлеб 66, а молоко 55 рублей за литр. Поэтому выводы делайте сами. А мы постепенно переходим к трапезе. Выглядит, согласитесь, не густо, но и не пусто. Итак, начнем, естественно, с кофе. Именно такие гранулы я вижу впервые. Это, по сути, песок, который мгновенно растворяется в воде. Появляется вот такая симпатичная пенка. Единственный минус – это полное отсутствие сахара. Погнали, попробуем отдельно. Я никогда не думал, что я это скажу, но этот кофе хуже, чем наш. Он еще более горький, он еще кислее, он еще более жженый. Единственное, что может спасти, это вот такие конфетули-ребятули, которые выглядят следующим образом и в разрезе мне напоминают больше всего конфетки Миллер. Погнали. Очень жесткие. Опять же, кофейные, слава богу, сладкие, но они, зараза, не спасают. Ты пьешь кофе с кофе, это гадость. Они с привкусом химозы, как будто все добавили хлор. Немного обманув желудок, следом идет паштет. Выглядит потрясающе. У нас, в принципе, тоже такое в пайках есть. Тут они меня вообще не удивили. Но запах, друзья, десятикратная умноженная докторская колбаса. При этом с привкусами тушенки и лаврового листочка. По цвету, да, мои щечки. Пищевод открывается. Это как на облаках. Единственное, что она очень холодная, поэтому все специи, они немножечко по вкусу приглушены. Чуть-чуть добавлю сюда соли, которая есть в комплекте. Также есть перчик, пакетик. Я, в принципе, люблю перченый, поэтому можно целиком забабахать. Что тут? Блин, хрена. У него вообще тут нету. Тут 3 перченые были. Вперед! Да. И с хлебушком, естественно. Даже оператор пошел жрать. Слушайте, шуршит. Дай сюда. Я ждал этого сочетания все эти годы. И они, в принципе, на равных. Что это мягонькое? По баллам все равно ставлю 7. Потому что у нас лучше, у нас жирнее. У нас сверху обычный такой беленький жирок. Проглядывать здесь этого в помине. Нет, этого не хватало. Такой немного постненький получился. Хотя вроде свининка. И мало. За кофе кол. Очень плохо. Пару слов насчет вот этих галет. Конечно, можно сказать, что их тут очень мало. Что это за отношение к бойцам. Всего 2 галеты. В этом и прикол. Ты попробуй их съешь. Потому что ничего тверже в пайках во всем мире нет. Вот только у поляков и украинцев такие галеты. Это очень специфическая дрянь. Чтобы полностью прожевать, тебе нужно потратить огромное количество сил, навыков, умений, чтобы это все у тебя превратилось во рту до кашеобразной массы. Но в этом есть какой-то прикол, потому что в отличие от многих других галет, которые безвкусные, здесь четко прослеживается привкус укропных семян. Куда интереснее попробовать эти галеты вместе с медом, который выглядит следующим образом, весьма засахаренный. Ну, это даже хорошо, потому что это подтверждает его натуральность, пчелки старались. У него такая однородная светлая структура, настолько однородная, что мне даже неохота
пачкать галету. И погнали. Когда я был худее на 40 килограмм, я мед не любил. Незаслуженно забыли про мед. Теперь мне очень понравился. Этот мед надо было добавлять в кофе, он тут вместо сахара. Да ладно. Хрен себе, внутри все перемешается. Ну и завершающий легонький напиток на завтрак, чтобы все съеденное протолкнуть еще ниже и чтобы желудок, так скажем, заработал. Вот такой потрясающий необычный гранулированный чай с малиной. Выглядит презентабельно и по запаху тоже, кстати. А, как наш адаптон. Вот копия. Ну-ка. Тяжело об этом говорить. Но это круче. Естественно, десятка. Почему? В наших подобных напитках очень много сахара. И он делает весь вкус. То есть там от малины-то почти ничего не остается. А здесь... минимум сахара, максимум кислинки и максимум ягодного привкуса. Поэтому это лучше. Переходим к обеду! На обед мы, естественно, выбрали самое интересное. Рис с подливой, вот в такой необычной упаковке. Все как всегда. Открываем верхнюю часть разогревателя, и внутри находится химический элемент. Сделано все очень добротно. Во-первых, такой большой пакет я вижу впервые, а во-вторых, он не пылит, как некоторые. А это значит, что не испачкает упаковку еды, и не нужно ее будет вытирать потом салфетками. Пхаем все внутрь, заливаем воды и закрываем специальной наклейкой. Я извиняюсь за тряску камеры, просто оцените скорость реакции. Оператор даже не успел. На улице было минус 7. Американцы с китайцами вообще бы не завелись. А вот поляк шипит. Короче, разогреватель очень крутой. Все кипело минут 15, пока нам самим не надоело на это смотреть. Но главное даже не это. Главное — это упаковка. Я понял, если бы эта еда хранилась сутки, двое, потому что то же самое можно заказать у нас быстрой доставкой. Но это хранится, ребят, 2 года! Я понятия не имею, что они туда засунули. Тут, вы понимаете, что происходит? Это едят полицейские в Польше. Вы обратите внимание на этот рис, пожалуйста, он же полностью рассыпчатый. Во втором отсеке весьма наваристое, очень вкусно пахнущее, с большим количеством мяса, морковки и другой какой-то непонятной требухи подлива. Ну нет слов, это надо есть, это я не могу терпеть. Естественно, рис отдельно сначала, вот так вот, ну-ка. Зараза. Я не знаю, через сколько вод он прошел, но он почти что без крахмала. На, крахмаленный. За, крахмаленный. На. За. В. Здесь же умные люди сидят. Ну, понятное дело, что надо сделать вот так. Что вот эту всю красоту надо переместить через вот этот барьерчик, как через границу. Перепрыгнуть. Тут говорить не о чем, друзья. Вот оно как выглядит, так и есть. Фишка в том, что каждый отдельно взятый ингредиент, он тут ощущается. Вот ты ешь морковку, вот она, маленькая, казалось бы. И ты чувствуешь ее сладость. Вот, вареная морковь. Ты ешь курицу, пожалуйста. Вот оно, левое бедро. Естественно, поляки немного побоялись поперчить. Поэтому я беру вот так смело перец и весь сюда бахаю из 2 пакетов. Вот как описать вкус целом? Он желтый. А ведь мы по качеству были очень-очень рядом. Пример, экспериментальный паек. МЧС, у меня есть на канале. Старый обзор еще 16-го года. Так вот, там примерно то же самое. Там был плов, огромная порция. И все качественно. И там рис тоже вот такой же рассыпчатый был. Очень вкусно. Ну и вот. Ну, вот все. По баллам меньше 10, за это не имеет смысла ставить. Тут все отлично. Начиная от упаковки, кончая порцией и вкусовыми данными. Это самое лучшее блюдо. Вот на такой надо переходить и стремиться к этому. Следующая вкусняшка – черный зерновой хлеб. Казалось бы, элементарная вещь, но здесь есть о чем поговорить, потому что подобный продукт изготавливали исключительно немцы и поляки. И он у них всегда находился в железной консервной банке и никак иначе. Здесь они шагнули серьезно вперед, применив скачковые технологии, и положили этот хлеб просто в целлофан, даже без вакуума.
бормотуха какая-то, блядь, Серёг. Давайте пробовать. Привычный, немного соленый, стандартный черный хлеб. То, что можно купить в наших магазинах. Единственное, что он немного влажный. Но это тоже приятно, потому что эта фишка была всегда в консервированном хлебе Германии, допустим. По сути, этот хлеб из себя представляет такие слипшиеся зерна. Но я никогда не думал, что это можно просто положить в целлофан, и оно будет храниться 2 года. Удивительно. Десятка, естественно. Высокослодзони. Ты что, замерз, что ли? И завершающая вкусняшка на обед, так и написано, легко читать, вишневый джем. Буквально 25 грамм уличек, вот просто на одну ложку. Знаете, это не очень приятно на самом деле, когда 25 грамм, мне как будто обделили. Не, наша вкуснее. Тут я не согласен. Наши яблочные поведлосы тут такую фору дадут им, полякам, что... Мне не снилось. 25 грамм всего засунули сюда. Еще и не особо вкусно. Два. Совсем забыли про бедную жвачку. Выглядит она как у американцев. Они иногда, видите, копируют прям. У американцев подобный формат еще с Вьетнамской войны, если не раньше. Погнали. Я слышу хруст французской булки. Это жвачка, слава богу. Блин, она просто рассыпается. Это, не знаю, то ли из-за температуры, то ли ее качество такое низкое. Смотрели «Терминатор 2»? Пискует, привет. Вот где он вышел там из мотоцикла и посыпался, вот то же самое. Вместе с зубами все это как-то ушло мне и беда. Давайте лучше скорее переходить, пока не стемнело, к ужину. Как бы там ни было, именно вот так выглядит ужин польского полицейского. Но, правда, нужно заметить, что порция еды здесь 400 грамм. И самое главное отношение. Посмотрите, все в картонной упаковке. Очень удобный и большой флажок для вскрытия этой самой банки. И когда вскрываешь это блюдо, просто сходишь с ума, потому что не знаешь, с чего начать. Здесь огромное количество подливы. По сути, это мясо с макаронами в томатном соусе. Ты что, не чувствуешь, что у тебя руки все в г***не? Нет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какая-то, да неудобная х***ня, блядь. Очень много г***я мяса. Да. Это уже говядинка пошла. В тебе даже столько мяса нет. Вот с него давайте и начнем. Скорее всего, это говядина. Холодное. Во-первых, мясо очень нежное. Оно настолько классно разварено, что у тебя тает на языке. Я не понимаю, как эти полоски, вот эти мясные, сохранились здесь. Ты даже не чувствуешь эти волокна, хотя это говядина, должно быть жестко. Во-вторых, макаронинки, конечно. Вот благодаря этой подливе они скользят у тебя во рту. Вкус неожиданно отличается от внешнего вида. Вот кажется, что она такое мощное по вкусовым данным. Здесь много специй, но нет, все весьма скромно. Такое немного даже блеклое. Естественно, на ужин здесь полагается тоже ржаной хлеб. Его можно вот так покрошить в блюдо и попробовать совместно. Я думаю, что лишним не будет. Он как раз солененький. Сразу повысился уровень холестерина. Порой даже не понимаешь, что сейчас будешь есть. Макаронинку или говяжий жир. Сейчас вообще картошка. Ну зачем есть мясо с картошкой? Не, серьезно. В общем, крайне аккуратное блюдо, но по баллам... Вот пока не доем, не поставлю. В общем, такое аккуратненькое, домашнее, немного сероватое блюдо для эстетов. Мне нравятся более контрастные оттенки. Ну, как пицца, допустим, с усилителями вкуса, где играется американская кухня. Вот
здесь этого не хватает. Перченое послевкусие, оно все уничтожает, поэтому 6 из 10 поставлю. Ну, вполне. О, видали, у них все как не у людей. У путных стран, блин, шоколад лежит, как вкусняшка, да? Нет, ничего такого не будет, у нас будут пастила. Я раньше думал, что вот эта белая хрень, это бумага, ее как дурак отдирал. Ребят, не надо этого делать, это съедобная вафля. По вкусу, ух, какая она мощная. Во-первых, кислая, сладкая, немного ореховая, много ягодная. По вкусу как будто бы фруктовая жвачка. Во! Но с чайком самый топчик. И чай-то тут есть второй, вот. Давайте его попробуем в холодном виде. Такой пакетик. Во! И двас. Вода самый топчик, вот именно сейчас, именно в это время года, именно когда минус 7 на природе, можно сделать вот такой ледовый чай. Как она провоцирует побыстрее уехать отсюда, я имею в виду домой, в тепло. В общем, они созданы друг для друга. Естественно, за вкусняшку 10, за напиток 7. Слишком холодный стал. Переходим к вердикту. Вердикт будет такой. Кому-то надо учиться. У меня, конечно, было желание сравнить с нашим аналогом. Да, у нас есть РП для полицейских, но мне страшно. Ну, правда, это можно под любым углом показывать, но вас-то не обмануть. Поэтому скажу так. Наш аналог не ровня западным аналогичностям. Короче, паёк Польши, как всегда, на уровне. Он был один из самых крутых всегда у меня на обзорах и держит эту планку. В этом пайке нет ничего лишнего. Он создан для того, чтобы ты не думал, что есть там на завтрак, на обед, на ужин. Потому что все очевидно. Единственный момент, почему нет сахара? Ну не хочу я кофе пить с медом, даешь сахар! А в остальном все сбалансировано и аккуратно, кроме ценника, потому что он в России доходит до 9 500 рублей. Но это спасибо перекупам. И да, благодаря ним я узнал, какова калорийность этого пайка. Я только что съел 4200 килокалорий, с чем я поздравляю всех, кто досмотрел это видео до конца. Ребят, спасибо всем, кто смотрит наши ролики. Нам с Серегой будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал, поставите палец вверх и оставите свой комментарий. На этом пока что все. Всем удачи, всем пока! Да, забыл. Обязательно, слышишь? Прям вот обязательно скинь видос другу. Он 100% такого пайка не видел, особенно если друг полицейский. Будет очень интересно почитать, что он напишет в комментариях. Все, обнял, приподнял.